И да, интересные факты, которые, наверное, помогают лучше понять язык. А вы хотели бы, чтобы такие форматы продолжались? Да, это было бы прекрасно. А кого хотели бы еще видеть? Ну, из тех людей, которых я знаю, это, наверное, Александр Пиперский и Антон Сомин. Было бы отлично их увидеть здесь. А как вы думаете, что привносит вот такие мероприятия вот вообще для студентов, для педагогов? Ну, в принципе, повышает уровень образованности и, в принципе, повышает уровень осознанности, осознанности пользования языком. И популяризирует науку. Да, это очень важно сейчас. Большое спасибо Владимиру Марковичу и всем организаторам этих инициатив, просветительских, за проведенную лекцию. Потому что прозвучала очень интересная информация, новая, актуальная. Лекция была насыщена по-настоящему. Информация, которая была интересна и начинающим филологам, и профессиональным филологам, и не филологам, которые тоже с интересом пришли на мероприятие. Спасибо. Особое спасибо за высокий класс организации, пунктуальность, высочайший пример профессиональной академической культуры. Вот, большое спасибо. Замечательно. Хотелось бы, чтобы у нас на факультете журналистики Белорусского государственного университета тоже была подобная встреча. С удовольствием мы бы приняли Владимира Марковича. Очень полезно, познавательно. Сориентировал нас по электронным словарям. О том, чем живет сегодня русский мир. Спасибо огромное. Хотели бы, чтобы такие мероприятия продолжались? Безусловно. И приглашаем нам на факультет журналистики, не только на филфак, пожалуйста, к нам тоже. Вообще все очень классно и очень приятно. Очень здорово здесь быть, напитаться, замотивироваться, получить очень много интересной информации. Приезжайте к нам еще. Вы знаете, мне как лингвисту всегда интересны мероприятия такого формата. Здесь всегда можно узнать какую-то новую информацию полезную, в конце концов, просто немножко, ну, расшевелить мозги. Поэтому сегодня было очень интересно и действительно очень здорово послушать и автора, и Ольгу, да, и было очень много интересных историй, было очень много интересных и необычных фактов. Поэтому спасибо большое организаторам, и побольше нужно таких мероприятий в нашем городе.